Так, всем привет! Наконец-то я забрал свою машину после замены рулевого редуктора. Поставил китайский. Вот, и очень хочется прокатиться в лес. Решил сгонять за машинку. Сейчас еще один джипер приедет. Вот, хочу снова надеть цепи и протестить, как они будут себя показывать. Вот после одного раза закинул мешок, и вот что с ними стало, уже ржавые. Так, вот сейчас будем пробовать на чистом одевать их. Посмотрим, что получится. Короче, вот надел цепи. Опять минут 10 у меня ушло на это все дело. Не знаю. Опять болтается. Что, сейчас проверим. Погнали. Еще раз посмотрим. Подтягивать. Ага, кстати, ослабло. Значит, можно подтянуть еще. Вот так вот это делается, как я понял. То есть два звена у меня болтается. Это уже жестко совсем. Так. Это же ослабло. Значит, так же. Оп. Троечку сделаем. И на троечке тоже что-то как-то слабенько. Надеюсь, получше. Так, вот это вот удобная тема. В Спортмастере купил. Гермешок, что ли, называется. Вообще красота. Открыл, полил, закрыл, убрал, поехал дальше. Все, погнали. Так, едем мы сейчас под мост, и будет дорожка нам сюда. Вот надо по навигатору не уйти по тому маршруту, который он рисует немножко неправильно. Все, поехали. Сюда три Невовода поставили в эти края машинку джиперскую. Видео смотрел, были места с колеей. Так, что, правильно? Да, правильно, сюда едем.
обыщем. Игра машинки, она такая, что точно дороги ты не знаешь, только знаешь, где она стоит. Ездишь, ищешь подъезд к ней. А тут этих подъездов фигова гора. Так, задний привод, первая передача без блока. Опа, опа, что-то там интересное впереди. Прямо интересно, интересно. Ага, да, это как раз то место, где парни буксовали. Ну что, так же сейчас? На заднем приводе. Блок вот это включу. Будем пробовать. Ну что, очередной раз убеждаюсь, что цепи повышает проходимость значительно в автомобиле. Задний привод, блокировка, пониженную еще включил. Морда не гребла. Что-то вытворяет. Едем дальше. Так, джипер едет. Давай сюда. Со светом, музыкой, все дела. Ну ладно, хоть не один в темноте-то шарахаться. Давай. Слушай, во все стороны свет-то. Здорово. Так, слушай, вроде бы правильно сюда. Ну мы тоже это. Мы вообще, я затупил. Я раз оттуда ехал, я спустился там. Я посчитал перед мостом направо. А там было где спуститься, да? Да, там тоже. И мы подъехали, и ты вот под мостом проезжаешь. Я пишу Ване, стой. А, вы видели, да? Да мне некогда было. Я и фильм снимаю, и цепи одеваю, все. А, ты на цепи уже? Да, я на жопу цепи одел, сейчас на жопе еду. Но. Ну что, вроде туда, поехали. Ну что, давай. Потихоньку, ну. Нормально. Что там, Нива? Едет, все нормально. Озеро Нижнее Кривое. Красивое. Старица бывшая. Так, ну, судя по всему, по дорожке не сворачивая. Где-то там будут бревна, деревья поваленные. Дорога в них упирается, и там парни поставили машинку. Так, подъезжаем с парнями к точке. Осталось буквально метров 50, если координаты правильные. Где-то здесь будет бревно. Чуть-чуть осталось. Так, следы видно, что ездили недавно.
Значит, едем правильно. Где-то здесь. Где-то здесь. Опа. Тут. Помню, на видео вот эта фигня была. Да? Да. Так. Чё, где они? А, вон он. Все, машинку нашли. Снимаем. И едем. Едем ставить ее в другое место. А, нормально, сейчас здесь развернемся. Все, почти выехали. Сейчас проедем под мостом вдоль трассы, и точка съезда будет, от нее уйдем в другую сторону. Там где-нибудь пару километров проедем по такой же дороге и поставим машинку. Время уже 10 часов вечера, темно. В принципе, накатались. Все, доехали до точки. Жестить не стали. Хорош, нормально. О, че, все нормально. Я не знал, кстати, в первый выезд, что надо касаться. А-а-а. Мы подъехали, как бы, ну, почти вплотную, все. Да, это так, как бы. Что доехал, что сам. Но, так, и фотку тоже сделать. Вот с той стороны, со стороны машины сфоткай вот так вот, чтобы видно было. Чтобы понятно было, где это. Видео, конечно, выйдет, там все будет показано, но все равно. Ну и все, дело сделано. Делов-то. Мы туда дальше поедем, это мы куда выйдем? Слушай, мы выедем в лето-лето с той стороны. Вот, и там где-то есть мостик бетонный. Вот. Да. И правда там жопа была. Я тогда ездил, УАЗика доставал. Там, во-первых, мостик был под водой, но сейчас-то вода ушла по-любому. Вот. Ну, не знаю. В принципе, можно попробовать. Поехали, проверим, посмотрим. Вернуться недолго. Ну все, тогда едем дальше. Поснимаю тебя хоть сзади немножко. Грязючка. Ладно, полный включу. Грязючка, геометрические буераки.
ты, ничего себе. Серьезно, серьезно. Дорожка. Рано мы машинку, конечно, поставили. Ну все, последние 200-300 метров, и мы в городе.